Виновник аварии сел за руль пьяным. Очередное ДТП с участием машины скорой помощи и иномарки вывело жителей Шымкента из равновесия. Мало того, что водитель летел по встречке, так еще и был в нетрезвом состоянии. В аварии пострадали четверо. Сам виновник ночного ДТП оказался в реанимации. Его состояние вызывает серьезные опасения у врачей. Сегодня утром после ДТП к нам поступили 4 человека. Это первый водитель легкового автомашины. При поступлении сознания сопор, больной был тяжелый. После обследования выставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, тупая травма живота, перелом слева 7-8 ребер. В данный момент находится в реанимации. ДТП произошло около 4 часов утра. Toyota Camry въехала в неотложку. По словам очевидцев, иномарка двигалась навстречу скорой с явным превышением скорости. Удар был такой силы, что скорую отбросило с проезжей части из-за арык. Toyota несколько раз перевернулась. 33-летний водитель иномарки вылетел из салона. Toyota задымилась и могла взорваться в любой момент. Полицейские сработали на опережение, не дожидаясь пожарных. Потушили иномарку. 61-летнего водителя скорой и двух фельдшеров отвезли в больницу. У всех троих диагностировали сотрясение мозга, начато досудебное расследование. Шакир Умаров, Султан Бахчанулы, Бахтияр Ташбулатов. Информационная служба телекомпании ОТРАР.